О войне говорить всегда очень трудно, но говорить необходимо. Связь поколений не может прерваться. Она жива в нас на генетическом уровне. Но память и восприятие можно исказить и изменить. А этого допустить нельзя. Об этом думал каждый, кто возлагал цветы к вечному огню Брестской крепости. Почтить минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны приехали представители прокурорского сообщества со всех регионов страны. Люди, которые по крупицам собирают факты геноцида белорусского народа, призывая не фальсифицировать историю, не искажать правду о тех далеких событиях. Символично, что на базе прокуратуры Брестской области проходит семинар, в котором приняли участие представители прокуратур всех областей республики. Именно здесь, в 1939 году, был дан старт объединению белорусского народа. У нас одна родина, общая судьба, и все мы желаем жить в мирной, процветающей Беларуси. Не случайно встреча стражи правопорядка и законности прошла накануне Дня народного единства. И не случайно, что в зале встретились прокуроры, мастодонты и молодые сотрудники. Первым было чем поделиться и о чем рассказать, вторым – чему поучиться и что взять за основу своей работы. Диалог получился насыщенным, ведь тематика семинара касается каждого человека. Нация белорусская должна быть едина, ведь именно в этом заключается основа стабильности, экономической безопасности и благополучия нашей синеокой страны. В этом суть Дня народного единства. Несмотря на то, что День народного единства – это достаточно молодой государственный праздник, но все жители нашей страны понимают, насколько он важен, потому что именно в единстве сила любого народа. И этот праздник позволяет нам еще раз вспомнить нашу историю, вспомнить те трудности, которые мы прошли в период становления нашего государства, те подвиги людей, которые ради нашей независимости и светлого нашего сегодняшнего мирного дня погибли, которые сражались своими боевыми подвигами, подвигами в трудовых буднях, помогали восстанавливаться нашей стране. Поэтому я думаю, что значение этого праздника невозможно умалить. Это один из главных праздников нашей страны. Участники мероприятия почтили память погибших прокуроров во время Великой Отечественной войны. Имена 17 тех, кого смогли установить, запечатлены на памятном камне, который находится во дворе прокуратуры Брестской области. К нему возложили цветы и склонили головы пред памятью героев.